Чё, как зрители, это Гагатун, и сегодня у нас снова конкурсный понедельник. Победили у вас на экране, и да, сегодня я опять немного опоздал, то есть припозднился скорее, потому что у меня были проблемы с компьютером, но неважно. Главное, что конкурсный понедельник продолжается, и на этой неделе у нас будет нечто новенькое, потому что на этот раз не все будет решать удача, и это будет художественный конкурс. То есть все просто, вы рисуете хороший рисунок, если я считаю, что он и правда хороший, то вы побеждаете в этом конкурсе. Но не волнуйтесь, если вы любитель халявы и рандома, то на следующей неделе это все вернется, но на этой неделе я хотел бы, чтобы конкурс был художественный и все-таки... от людей, которые участвуют, хоть что-то будет зависеть. Собственно, более подробно написано на экране. Для того, чтобы участвовать, вам придется зайти в группу ВКонтакте и выложить свой рисунок там. Поэтому, если вы не в группе, то просто в нее вступите, и там уже, я думаю, все будет понятно. Что ж, на этом, наверное, все. Поэтому желаю всем удачи и до следующего понедельника.